Так, дорогие друзья, всем доброе утро, или по-чешски доброе рано. Но я не в Чехии, а нахожусь в своем любимом Таиланде. Вот, сейчас 8 часов 20 минут утра. А куда я так намылился? А намылился я на остров, на военный пляж, что-то как-то так называется. Значит, сейчас за нами заедет машина. Экскурсия стоит 180 бат, то есть вообще как бы экскурсия она стоит в агентствах 300 бат, вот, но мы нашли выход, вот, платим 180 бат, то есть почти в два раза дешевле. За нами сейчас подъедет микроавтобус и отвезет нас на пляж, ехать где-то час. Вот, мы были, у меня есть видео предыдущие танцующие девушки, вот, можете посмотреть. Значит, там очень здорово. Вот отправляемся, все расскажем и покажем. Да, и всех. Так, ну что, друзья, мы прибыли на военный пляж. И сейчас я вам покажу, сколько здесь военных. Вот они в разной форме. В желтых футболках, в военных штанах. В военных сапогах, конечно, это трэш. Посмотрите, какой у них здесь, что я не знаю, марш-бросок или что. Вот, ну вот Таиланд чем и замечателен, да, что они даже на военном пляже делают бабки, да, то есть как, о, кого там приветствуют, то есть это вот военные, реально военные. Ну, правда, конечно, молодые все такие, лысые, бритые. Вот, но по соседству вот такой замечательный пляж и, так сказать, отдыхающие отдыхают, ну и заодно такое смотрят незапланированное шоу. Так, друзья, ну что, мы двигаемся отдыхать. У нас никакой нам марш-бросок не нужен, а мы уже свое, так сказать, отслужили, скажем так. Вот, так что мы двигаемся на пляж. Что мне здесь сразу бросается в глаза? Песочек беленький, деревья, спокойное море. Давайте покажу. Лучше я вам покажу море, не правда ли? Потому что меня-то вы видите постоянно в роликах моих. А вот море видите не часто. Вот видите, вот все, вот они уже приветствуют тайский массаж, куда же без него. Вот такая вот, ой, приятно в Таиланде. Вот сейчас такой еще ветерочек такой подул, его и вообще прям здорово. Вот всякие кофе, мофи, ну вот как-то располагает прям к отдыху. Домики эти можно снять. И переночевал, вышел из домика и сразу очутился на пляже. Слушайте, ну прикольный военный пляж. Мне нравится. Пока все нравится. Пока все, так сказать, wonderful. Так, все, ладно, двигаемся дальше. Ну вот мы уже сняли обувь и будем ходить босиком по песку. Так, предупреждение. На русском, на английском. Остерегайтесь обезьян, которые рвут вещи и крадут еду. Замечательно. Рвать вещи нам не нужно. Они у нас слишком дорогие. Так, ну что, кайф. Посмотрите, значит, солнце где-то там за горами. Прям все так пасмурно, не жарит, не парит. Что-то мне сейчас как-то Кубу напомнило. Смотрите, можно смотреть на три вещи: на море, на огонь, на то, как работают другие люди. И я думаю, что четвертое я уже от себя просто придумал. Можно просто смотреть
как Таиланд развивается, расширяется, и как у него много всего интересного. То есть сколько в этой стране много всего классного, неизведанного. Ну, по крайней мере, для меня, для моих друзей. Какой кайф. Ребят, на это можно смотреть. Так, ладно, двигаемся дальше. Да, ребят, по цене вам сразу расскажу, пока не забыл. Значит, я в начале видео говорил, что 180 бат. Нет. То есть, получается, экскурсия сама, ну вот наш трансфер стоит не 180, а 140 бат. И билет дополнительно покупается, но это покупал уже водитель. Мы сидели в автобусе мирно. Стоит 100 бат, ну то есть 240 бат, чтобы попасть на этот замечательный вот. Так, в шлепке, так сказать, вид у меня соответствующий, пляжный. Вот, готов я к купанию. Давайте я вам покажу еще. Но пока все нравится. Вот здесь какое-то Blue кафе. И осьминог изображен. Помните, как есть такая музыка? Вот военные здесь сидят, пьют водичку. Клево, машут мне. Вот, а в Медузе осьминог, да? Слушайте, ну вот пока, в общем-то, все отлично. Сейчас поплаваем, накупаемся, и потом я буду кушать, завтракать. Вот еще блюсея. Значит, получается так, что вот мы заплатили, как я и сказал, да, трансфер 140 бат и 100 бат заплатили за билет, чтобы сюда попасть на пляж. И я так понимаю, что, ну, сейчас посмотрим. Мне что-то кажется, что лежаки здесь бесплатны. Ну, туалет точно бесплатный. Вот даже бильярд есть. Вот еще один бар. Замечательно. Слушайте, ну все прям так чинно, благородно. Слушайте, ну все. Все, и вот там тоже такие вот. Вот лежаки даже есть. Слушайте, ну здорово. Здорово, здорово. Вот здесь у нас пиво. Самсон. А, Самсон 220 маленький. Ну, нормальная цена. Это умножаем на 3. 350. 350. Ну, в целом подешевле. 400. Ну, наценка, скажем так, небольшая. В 7-Eleven Samsung стоит 380 или 375. Ну, то есть незначительно. Но надо помнить, конечно, то, что все это умножается на 3, и получается цена в рублях. Пиво. А, ну вот брекл здесь 209. 209. Ну, сейчас чуть-чуть поплаваем, позавтракаем. Вот девушки там. Девушки улыбаются. Будут это, они на кухне, kitchen. Так, ну все, ладно, двигаемся. Так, ну что, друзья, зашел я вот в это замечательное кафе. Вот, значит, я хотел позавтракать. Вот, ну думаю, ладно, сейчас уже время такое, уже ближе к обеду. Пообедаю. Вот, я заказал жареный рис морепродуктами, он стоит 189 бат. Ну вот умножайте на 3. Сейчас посмотрим, что принесут. Вот, ну и что-то думаю, ну я же на пляже, надо отдыхать. Вот, сок пить нет, воду. Воду я в Москве попью. Закажу-ка я себе пивка. Вот, и вот у них как раз акция. Берете 3 пива за 200 бат. Ну, соответственно, Вот таких вот красавцев мне принесли. Вот, получается, что баночка стоит 200... так, это получается у нас 200 бат разделить на 3. Это получается по 70. По 70 бат, да? Умножаем на 3, чтобы перевести на рубли. А, ну да, ну 200 рублей. Ну, 200 рублей за баночку. Ну что, будем, так сказать, обедать. И отмечать китайский Новый год с пивом, вот, как положено. А смотрите, что я еще хочу отметить вот, про вот этот военный пляж. Ну, во-первых, военный пляж и пляж танцующей девушки, видео у меня есть на канале, они абсолютно отличаются. То есть здесь что хорошо, вы заплатили 100 бат билет,
Ну, трансфер у меня, да, 140 еще составил. И пользуйтесь туалетом бесплатно, потому что на танцующих он там был 5 бат, душ 10 бат. Пользуйтесь туалетом бесплатно, душем, вот, и лежаки у вас бесплатно тоже. То есть это тоже здорово. И, соответственно, ну, еда платная. Ну, еду я уже все рассказал, озвучил. И расскажу, если что интересное увижу, покажу вам. Все, бай. Я вот мне огроменную порцию привезли причем жареный рис с морепродуктами. Вот сейчас будем завтракать и отмечать китайский новый год. Как говорится, весело встретим новый год, и каждой иголочкой радует нас. Друзья, ну это просто гигантское, конечно, блюдо. Я думаю, что оно рассчитано на двоих. Но я, конечно, под такой выпивон, под такой вид морской, море, солнце, девки и рок-н-ролл, да? Я это все стащу, но это, конечно, это просто огроменная порция. Все. Всем приятного аппетита, кто тоже, допустим, проснулся, да, и начинает завтракать. Ну, а мне тоже пожелаем приятного аппетита и снова. Здесь, на самом деле, в Таиланде очень, кстати, так путаются мысли, да, то есть я вот сейчас сижу, вот, время там, я даже не слежу за временем, да, то есть здесь это называется сабай. То, что ты хочешь, то и делаешь. И получается так, что я удивлен тому, что Таиланд, он настолько красив, они настолько все делают стильно, классно, и тебе удобно, у тебя нету никакой агрессии, у тебя нету никакого такого, знаете, вот как вот, допустим, там в Москве, в России, да, у тебя есть, то есть ты находишься, и тебе что-то не нравится, что-то бесит. Это, конечно, тоже зависит от людей, зависит от знаков зодиака, вот, но дело в том, что в Таиланде просто кайф. Вот я вам сейчас просто покажу вот так на примере, и вы сразу поймете. То есть вот как вот в таком месте тебе что-то может бесить? А как тебе в таком месте может бесить шум стройки? А как тебе могут бесить люди? Или как тебе может бесить лай собаки? Ну как, то есть ты здесь, тебе глаз радуется, тебе представлены даже цвета, те, которые не вызывают раздражения. Это зеленый, синий, голубой, коралловый. Пардон, это я уже просто три пива выпил. Вот. Белоснежный песочек и улыбающиеся люди. Даже улыбающиеся люди, которые наши русские. Почему мы, допустим, всегда смотрим на европейцев, и они в основном улыбаются? Ну, потому что я думаю, что у них просто жизнь прекрасная, да, то есть они зарабатывают деньги, у них хорошая зарплата, у них хорошие пенсии, вот, и они живут, наслаждаются жизнью, у них хорошие продукты, хорошая еда, выпивка и одежда. Все лучшее, самое лучшее. Вот. У нас же все как бы наоборот. Если ты работаешь и зарабатываешь хорошие деньги, ты, соответственно, пашешь как папа Карло. Вот. И самое что интересное, что если какой-то косяк и тебя подставят, тебя могут закрыть как в прямом, так и в переносном смысле. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Вот. А здесь кайф. Здесь все, то есть, да, вот даже вот эти вот деревья, они просто посажены вот так вот, да, то есть таким вот образом, то есть они растут, взяли плиточкой, обложили, вот, и сделали такое место для отдыха. Вот люди попивают коктейли, дышат морским воздухом, купаются в чистом море, теплом море. Так, ну что, друзья, довольно счастливые, мы возвращаемся обратно на Джамкен, к нам в отель. И
Будем, конечно, рассказывать многим про этот пляж, потому что пляж действительно заслуживает внимания. Вот, море чистейшее. Как я уже говорил, что да, 100 бат заплатили, но зато все условия. Туалет, душ. Вот. И еда, конечно, подороже, чем на пляже танцующих девочек. Но здесь свои есть плюсы, свой колорит, свой кайф. Есть очень много мест для фото и видео. Все. Покидаем этот таинственный остров.